Привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и в этом выпуске о возрождении легендарного грузовичка от УАЗ. Энтузиаст восстановил уникальный бортовой грузовик УАЗ-450D. Пользователь портала Drive2 под ником Михаил124 опубликовал снимки редкого грузовика УАЗ-450D. На данный момент автомобиль находится в состоянии близком к идеальному. Под капотом располагается двигатель рабочим объемом 2,4 литра с отдачей 62 лошадиные силы, который сочетается с трехступенчатой механикой и раздаточной коробкой на две ступени. Изначально автомобиль использовался на одном из заводов во Владивостоке. Затем грузовичок выкупил руководитель цеха, но практически его не эксплуатировал. Несколько позже автомобиль использовали для передвижения по тайге, но в конечном итоге он отправился на прикол из-за ремонта двигателя и кузова. Лишь в 2017 году этот УАЗ-450D был выкуплен для реставрации. Автомобиль под маркой УАЗ-450 является первым поколением культовых буханок. Выпуск таких машин осуществлялся с 1958 по 1967 года. Грузовики, построенные на агрегатах ГАЗ-69. В 1965-м стартовал выпуск новой модели под индексом УАЗ-452. Актуальные буханки отличаются от моделей УАЗ-450 несколько иной оптикой, решеткой радиатора и шасси. У меня пока все. Больше новостей доступно на нашем сайте tarantas.news. До скорого!